Ядовитые комнатные растения. Ботаники говорят, что устраивать в жилых и рабочих помещениях ботанические сады нельзя. Когда растений много, они начинают приносить больше вреда, чем пользы, выделяя опасные для здоровья летучие соединения. Перечислим самые распространенные ядовитые комнатные растения. Азалия, рододендрон. Их насыщенный аромат вызывает головокружение, а в плохо проветриваемом помещении может вызвать потерю сознания. Это растение содержит наркотические вещества. Алоэ. Мелкие грызуны от него погибают, а на людей сильно влияет передозировка. Может вызвать сильное отравление, а у беременных женщин выкидыш. Диффенбахия. Сок этого растения ядовит для кожи, вызывает дерматит. При попадании в глаза поражает роговицу и вызывает конъюнктивит, а при попадании в рот – боль слизистой и отеки. Монстера или филодендрон. В больших до полуметра листьях содержатся токсины, вызывающие жжение в слизистых оболочках, воспаление, сильное выделение слюны, рвоту и расстройство пищеварения. Олеандр. Имеет душистые и приятно пахнущие ядовитые цветки, вызывает отравление и головную боль. В спальню не ставит. Применяется в медицине. Послен ложноперечный. Ядовит, как все посленовые. Ядовит – красивые оранжевые ягоды, вызывающие боли в желудке, тошноту и рвоту. Сок листьев послена вызывает раздражение кожи. Пахиподиум ламера или мадагаскарская пальма. Листья ядовиты и могут быть опасны для людей и животных. Плющ – самая известная домашняя лиана. Она очищает воздух помещений от загрязнений. Его не любят бактерии и грибки, но его листья и стебли ядовиты. Если их случится попробовать, например, домашнему грызуну, то животное погибнет. Плоды еще более ядовиты, чем остальные части растения. Понсеттия. Еще ее называют вифлеемской звездой. Ядовита, как практически все молочайные. Млечный сок, попав на кожу, вызывает раздражение, а если попадет в глаз, человек и животное могут временно ослепнуть. Спатифилум. Быстро поглощает токсины из воздуха, очищая его, но, к сожалению, и сам является токсичным. Если сок попадет на кожу, то может появиться нарыв, который долго не будет заживать. Если есть что сказать, напишите комментарий внизу. Фикус. Сок фикуса ядовит. Кожа от него воспаляется, а в дыхательных путях возникает раздражение. Цикламен. Цветки очень красивые, а вот клубни ядовиты. Подпишитесь на канал Beautifully, и вы не пропустите очередное видео из серии «Самое оригинальное и красивое».